Бонжуа, сеньоры и сеньоритесы, с вами я, Блендерлофер, и сегодня мы сыграем игру под названием Amnesia: The Bunker. К сожалению, это только демо, но релизная версия выйдет в июне, поэтому как только она выходит, я ее покупаю и начинаю стримить, поэтому подписывайся на канал. А мы начинаем. А, нет, стоп, подождите. Поехали! Так, сюда это выбираем, всякую билиберду, все. Вот здесь точно, поехали! Ждем-с. Загрузка. Об этой игре я не знаю от слова совсем. Я играл лишь только в первую часть. И все. И то очень давно. Поэтому я без понятия, что ждать от этой игры. Но сегодня мы узнаем явно. Надеюсь, будет страшно. Ибо первая часть прям хорошенько дала, так сказать, прокекаться. Она была очень страшно. Ладно. Так, что с нами? Ага. Где мы? Начнем с этого. Так. Подсказка, я знаю. Не первую игру прохожу. ВСД. Ага. Так, где мы это вообще? Что это, палата? Медпалата, да. Фонарик есть у нас? Естественно, вначале фонарик сразу дать. Опа, что это? Нажмите правую кнопку, чтобы бросить подходящий предмет. А, ну, в принципе, как и в первой части. Это вроде бы такое же управление было. Так. Прогресс сохранен. Угу. Игра только началась, а уже сохраняется. Ой, спасибо. Опа, записочка. Таб. О май гад. Ё-моё. Ну, в принципе, вот. Прочитайте, если вам интересно. Угу. У нас. Чё у нас? Я не знаю, что у нас. Так. Фонаричек. Отлично. Нет, не прыгнул. Чё это? Что это? Палатка? Бинт? Да, бинт. Книжки. Что это? Все найденные вами записки находятся на закладке. Ну, это понял. Все тут, да? Записки. Дата, автор, группировка, причина, амнезия. Ну, хотя ладно, давайте прочитаем. Рядовой Климан поступил на лечение после событий, произошедших 9 июля. Июля. Личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафу. Пациент пребывает в состоянии легкой комы. На внешний заразитель реагирует, но лишь в течение коротких промежутков времени. При последнем пробуждении выясняется, что он не мог... что он не помнит последние события, при этом он даже не смог вспомнить собственное имя. Скорее всего, это обусловлено тяжестью первоначальной черепно-мозговой травмы. Буду продолжать наблюдение. Если состояние не улучшается в течение недели, рекомендую перевести его в Сент-Этьен для проведения неврологических исследований. А, так, все. Подпись доктор что это? Йосинский. Офигенное имя. Так, шкафчики вещи, да? Ну-ка. Где мой шкафчик? Я нифига не видно. Коробка. Двигать мышью. Т. Ну, прикольно. Так, ладно. Скорее всего, здесь наш шкафчик. Понял. Механика осталась. Ёма. Испугался камня. Что это? Чё это? Опа. Нажмите. Тут и сюда, чтобы приблизить, отдалить. Ну, это понятно. Ага, нельзя забрать с собой, да? Что у нас тут? Ничего. Сикрум. Палата. А чё так темно? Квачи квалькуна? Ладно. Закроем. Или конт... Чё там? Я не успею прочитать, ё-моё. Ведро. Так, вот наши вещи, да? Опа, нажмите F, чтобы достать или убрать фонарик. Что это фонарик? Нажмите F, чтобы подзарядить фонарик, однако старайтесь сильно не шуметь. Удерживайте F. Отлично, фонарик у нас. Так, записка. 9 July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul.
This thing I've done. This thing. Не знаю. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Ну, ладно. Типа, пофигу как-то. Так, что у нас тут еще есть? А здесь вот этот фонарик, он типа издает звуки, он монстр слышит? Нет? Он вообще как-то влияет на общее окружение игры? Или только когда я подзаряжаю его? Нужно тут кусачки. Так, что это у нас? Дверка. Замок. Ключи. Ну, естественно. Типичный хоррор. Найди ключи, получи люлей. Что это? Офицерская столовая. Ого, что-то так сильно раскручиваешь его. Компотик. А, пожалуй, я еще посмотрю, что тут у нас есть. Потом пойду в ту дверь. Да? Француз. Французский флаг. My geography is very good. Открывай. О, ладно, не надо, хорошо, окей, все, хорошо, не открывай. Сиди там. Все, фонарь сделал. Давайте его сильно раскрутим. Все. Поехали. Кто? Ты в дырке? Где ты тут? А? Давайте закроем за собой дверь. Андрей, я думал, что остался один. Послушай, ну в ловушке, это все. Офицеры, лесолюды, сраные, они сбежали и оставили нас тут. Если хочешь выбраться отсюда, тебе придется расчистить путь наружу. Динамит есть в арсенале, а рукоятка детонатора где-то на стройке, где копают. Найди их, и сможешь выбраться. Что взять? Подожди. Давай, отдай мне пистолет. Как пистолет достать? Патроны лежат в чулане. В каком чулане? Закончи дело, пожалуйста. Где чулан? Вот этот патрон. Что это? Мясо? Что это? Где? Мне страшно. Закрой. Что это? А, в чулан нужно нам наоборот. Чем это, тварь? Патроны прикончи. Эй, не говори так. Подожди. Так открывается, нифига себе. Опа. Удержишь Эш, чтобы проверить количество патронов. Спасибо. Как проверить? Чтобы прицелиться, чтобы выстрелить. Ну, перезаряжайся. Ну? Перезарядиться не хочешь? Нужно нажимать. Нифига себе, тут перезарядку ужасно. А я не выстрелю сейчас? Нет, фу. Братиш, прощай, не хотел обидеть. Я бы с радостью потратил патрон. На тебя. Чтоб ты не мучился. Но жизнь такова. Сюда. А куда? Уф, вот этот прицел. Сюда. Нажми себе, чтобы достать или убрать оружие. А зачем мне убирать? Лучше пусть наготове будет пушка, не? Что это? Закрываем. Пальто, пальтишко. Что это? Офицерская палата? Опа, фоточка. Все найденные фотографии находятся на вкладке «Фотографии в инвентаре». Спасибо. Что это? Ой-ой-ой-ой-ой! Как вам? Мясо. Все найденные фотографии... Да-да-да, я это познаю.
Некоторые предметы можно толкать или... Что-то еще делать, но я не успею прочитать. А, опять я не успею прочитать. Ну, некоторые предметы... Ну, это все ясно. Теперь ясно. Можно толкать, двигать, передвигать, общаться и петь. Записки, так, а где у нас дневник Клемена Агони? Это уже было. Вот, подкоп вскрытия Рейнера. Тело сержанта Рейнера. Множественные резанные раны. Грудная полость разорвана в клочья. Все ребра переломаны. Черепная коробка пробита в результате последовательных ударов тупым предметом. Кто мог сотворить с ним такое? Ну, скорее всего, это чудовище, не? Вам не кажется? Мне это не нравится. Я заберу. Не буду вам, пожалуй, мешать. Отдыхайте тут. Смэш? Халк, ты? Заряди, дурак! А чё мы подобрали? Подождите. Что это? Топливо. А зачем? Работа минерата может слить в пустые бутылки или на землю. Как его? Сюда? Разорвать? Подорвать надо? А, достать? Выбросить? Я потратил патрон. Я красавчик. А куда нам? Подождите. Где генератор? Где что-либо? Что это? Не то. Что делать? Подождите-ка. Ё-моё! Нам нужен ключ. Так, подожди. Модерное топливо, легко воспламеняющая жидкость, используется для работы генератора, можно сливать в пустые бутылки или на землю. Когда предмет экипирован, держит... Почему мне не объяснили, что делать с ним? Ну окей, может разлить надо потом... Ну достань. Удержите, чтобы достать предмет, а затем нажмите, чтобы использовать его. Спасибо. Как использовать? Достань фонарик. Разбей сюда. Ну, найти ключ. А, давайте поищем ключ. Может, я слепой и где-то ключ пропустил. Карандаш. Это у нас не ключ. Так. Ну, у меня навряд ли есть ключ это, да? В моей комнате. А, у нас теперь же фонарик. И теперь тут можем на фон все смотреть, да? Где? Ну. Опять нам все равно ничего толку не дают. Ё-моё. Да, что ты сделал? Нафиг ты... Чё? Вы это видели? Он выбросил две гильзы, два патрона, а потом... Ладно, окей. Пусть будет так. Окей, хорошо. Ё-моё. Закрыто. Тут столовка. Тут у нас чулан. Чулан нам не нужен. Вот.
Чулан. Окей. Что окей, блин? Нифига не ясно. Куда мне надо? Что мне делать? Боже мой. Настолько глупый, что ли? Это медпункт, медпункте. Еще фонарик. Тут надо что-то сделать. Так, подождите, достать. Выбросить назад. Так, на заднюю, короче, клавишу. Легко воспламеняющая жидкость используется для работы генератора. Можно слить в пустые бутылки или на землю. Как слить на землю? Удерживать. Удерживать это надо. Все. А теперь достаем патрон. И достань патрон и пистолет. Походу это не так работает. Нифига не так. Я потратил свой последний патрон. И канистру с бензином. Ага. Офигенно. Начинаем заново. Боже мой. Я великолепный и гений. Потратил два патрона. Потратил канистру. И не открыл дверь. Гениально. Боже мой, гениально. Да, загрузить последнее сохранение. Ну, ладненько. Начнем. Заново. Боже мой. Это сколько... С глупым человеком. Так, как там? Открываем. Потом, вот, все, вставляем. Да-да-да, я знаю, как вставлять, как выбирать оружие. Что это? Мясо, да? Количество патронов. Я знаю все, спасибо вам. Может, тут у него что-то еще было? А? Что за черный дыра? Что за черная дыра? Ну-ка. Прикольно. Так. Заново. Сюда нам нужно идти. У нас есть топливо. Есть два патрона. Закрыто. Вот где этот генератор? У нас вырубился свет. Так. Что у нас тут? Умеем прыгать? Мы умеем прыгать. А если закрыть люк? Ё-моё! Что сейчас? Нет, ладно. А подождите-ка. Нет. Ох, ё-моё. Так, здесь может быть. Может, там есть что-нибудь? Ну, это просто ужас. Какой я глупый человек, а? Не могу найти первоначальный ключ. А, подождите-ка, тут же... Скажи, что тут ключ.
Да ё-моё! Может тут нету. Провод, куда идет провод? Сюда и... Всё, сюда туда уже. Открой! Где ключ? А может быть надо... А точно, а может быть, да? Взять, кинуть мясо у двери. У двери. У двери сюда кинуть мясо. Ну-ка, где кинуть мясо? А сначала мне надо разлить. Да-да-да-да-да, знаю. Сначала подождите-ка. Разливаем. Потом кидаем мясо. Нет-нет-нет, не так. Подожди, да ё-мо. Вот так. И потом достаем. Включаем фонарик. Не ждем его. Не. Чутка не так работает. А как? Что нужно сделать, ё-моё? А подождите-ка, а я могу просто взять и вот так выстрелить? Серьезно? Все это время можно было просто взять и выстрелить в замок? Окей, ладно. Ладно. Я тут хожу, брожу уже полчаса. Думаю, как открыть, где ключ? А, можно было просто выстрелить в замок. Отлично. Естественно, не работает. Что это? Так. Она открывается. Это. Она тоже открывается. Что это у нас тут? Лучше, пожалуй, дверь открытая ставлю. Что это? Записка. А, не жетончик. Батист. Окей. Батист. Дальше, записочка. Новенькая записочка. Все, включим магазин, когда это уже читали. Ё-мо, что за English? I don't know English. Я не понимать ваш English, я не дуду. Короче, это очень важно, видимо, говорится. Но все-таки важно, что сделали на английском, без русского перевода. Так, зажгите эту лампу, чтобы сохранить прогресс. Первая сохранила. А уже вторая. Чё это? В этом ящике можно хранить вещи из инвентаря. Спасибо. Ага. Удобно. Понятно. Приятно. Так. Ё-моё, это основная карта бункера. По мере прохождения игры на ней будет наноситься цели и важные сведения. Ого. Генератор. А у нас нету, да? Погодите, вот там мы нашли... Не говорите, что нужно топливо-то было. Окей, сейчас давайте почитаем эту записку и рестартим. Так, внимание, персонал. Подождите-ка. Внимание персонала медсанчасти и морга. Медсанчасти и морга. Проблему с нашествием крыс пока решить не удалось. Они набрасываются на каждое мертвое тело. Кроме того, они преследуют раненых. Однако, грызунов не интересует обожженная плоть. Поэтому нам необходимо ввести новые правила. Тела всех погибших солдат следует сжигать. Я поговорил с отцом Дереоба. Как это читается? С отцом Дереоб. Дереоб этой проблеме. Он представит надлежащее освещение умершим. Их останки будут сохранены для передачи родным. Это не лучшее решение, и оно наполнено мою... Бля, это... Короче, читайте сами.
My Russian речь так же покинуть, как и английский. А, на рестарт, точняк. Последнее сохранение загрузить. А, нет, у нас же последнее сохранение тут, а. Ё-моё. Ладно, найдем еще топливо. Ни одно единственное нужно тут, да? Если разработчики предусмотрели то, что будет такой дундук, как я. Компас. А часы? Что за часы? Карманные часы со секундометром. Можно синхронизировать с генератором, чтобы знать несколько... Насколько... А. Хватит. Генератором. Заправьте его топливом и подтяните рычаг. Че это? Угу. Это что у нас? Это еще у нас Кефрилл. Фонарь, включись. Видно, чел. Так, что это? Рычаг, туда-сюда не тянется. А, предоставим топливо. И его... Блин, как? Просто взять, открыть и вылить? Вот, правильно. Все, найс. Теперь. Включаем фонарик еще раз. Доставим секундометр. Включаем. И... Как синхронизировать его? Щелкни, что сделаю? Что-нибудь, ну ладно. Окей. Пока работает, на этом спасибо. Давайте быстренько все проверять. Вот, топливо. Записочка. Останавливается время, когда мы считаем записку. Вроде бы да. Да, игра приостановлена. Внимание! Топливо для генераторов чрезвычайно огнеопасно. Запрещается производить огонь вблизи топлива. Запрещается стрелять из оружия вблизи топлива. И ради бога, не курите рядом. Храните топливо только в прочных металлических емкостях. Стекло слишком хрупкое для этих задач. В случае разлива топлива немедленно вытрите место разлива и утилизируйте витошь за пределами бункера. Так, а как оно? А, вон, синхронизировался. Только как понять, сколько осталось нам? А, вот до 60 дойдет, весь крыс и все, тю-тю, да? А, еще одна записка. А, мы ее читали про крыс. Про крыс. Ну? Что это? Опа. Пин-кодик. Как выйти? Как выйти отсюда? Как? А, во. Как мышь. Читаем записки, ладно. Топливо и огонь, это уже читали. Кирнов, это что? У нас тут код написан, не написан. Не написано. Писание, все в этом духе. Ну, пусть, а что это у нас? Ладно. Где у нас пин-код? Опа. Патроны? Нет. Ё-моё, теперь 2 часа искать пин-код. Да? Это что? Фрейсинг. О! Код. 5-1-3-4. В этот раз мы быстро нашли. Найс. 5-1-3-4. Найс. Открываем, все. Отлично. Так, большую часть проблем можно решить несколько способов. Экспериментируйте, если вам кажется, что что-то можно сделать, возможно, вам не кажется. Вау, вот это философия. Сейчас фонарик. О! Найс. Так, солдатская казарма, стратегическое хранилище, узел связи, тюрьма. Окей, а медпункт. Опа. О, так это. Мы вроде бы из медпункта вышли, как бы, да? О, свет. И... Да-да-да. А, ну вот как раз. Это место. Так.
Куда нам? Что это? Офицерская казарма, ремонтный цех. А, собственно, что нам сейчас нужно делать? Записочка. Мне послышалось или тут, там справа дышал монстр? Нашедшим эту записку в фоне наш командир дорожит от страха рядом со мной, он потерял рассудок, столкнувшись с пучиной страха, он без конца повторяет одни и те же слова. Бежим, бежим, мы должны бежать и закрыть так зверя там, где ему место. Он хочет убежать и взорвать за собой выход, чтобы закрыть этого демона. Здесь демона и наших людей. Я начинаю проникаться его словами, и при этом меня охватывает такой же бездонный ужас. Так, тем солдат там... Кто прочитает это, когда мы выберемся отсюда, я узнаю у него код от Арсенала и сообщу его по радиосвязи. Если вы будете в заперти с этим зверем, Арсенал станет вашей единственной надеждой. Это все, что я могу вам сделать, что я могу сделать. Но что у меня хватит смелости? Отправляйтесь к узлу связи в солдатской казарме, спрячьтесь там, я передам код. Жубер. Вы нашли новую цель. А, тут нужно, короче, искать цели? Ну, короче, наша основная задача — это, скорее всего, выбраться из бункера, да? Типа, не зря называется The Bunker. Типа, бункер. Ну, выход из бункера нужно найти. И тут, короче, нужно по мере игры самой, нужно находить цели и выполнять. Найс. Nice. Цель будет отмечена на ваших картах, а заметках... заметки с целями будут выделены в передаче записи. Окей. Закрыто. Отличная картинка, спасибо. Давайте, у меня патрон есть. Давай, Чубакча. А. Блэкет, что это? Я буду еще активировать. Опа! За собой обязательно закрываем. Записка. Бухло. Что это? Бухло, да? Вы подняли предмет, который можно использовать для создания других предметов. Возьмите второй кусок ткани, нажмите Tab, чтобы открыть страницу инвентаря и объединить два куска ткани, чтобы создать бинт. Ага. Прикольно. Ага. Так, коды это нужно. Так, записки. Записка. От сержанта Жубера. Кому М. Фруни и Д. Бланше? Ну, они уже не жильцы. Инженеры проложили туннель через складской участок и вышли в древнеримские туннели. Все как мы и предполагали, воды туннели конструкты прочно, они проходят на достаточной глубине, и признаю, что я до последнего стики... скептически относился к последнему пункту, но они действительно идут в направлении немецкой позиции. К сентябрю мы уже должны быть готовы нанести мощный удар по противнику из туннелей. Возможно, стоит отметить следующее. В туннелях мы нашли урны, записи и латыни и т.д. Сделаем все возможное, чтобы сохранить материал для будущих поколений. Скоро сообщено вам информация. Где код? Мне желательно код. Ё-моё, сколько этих записок тут-то? Короче, смотрим, тут не обозначено, значит нафиг не нужно, да? Нам самое важное, чтобы был этот... красная закрепка. Вау, это аккуратно, отсюда монстр может вылезти. Открывай. Открывай. Патроны не находим. Печально. Это... Опа, замочек. Опа, да, опасная побочка. Чё это? Рейнар. Паунтер. Опа, что это? Значит, заходим. Закрываем за всякий случай. Меня чё-то напрягает эта дырка. Надеюсь, она сюда не может вылезти. Так, смотрим. Чё-то охота на зверя. Трусы. Ладно. Так, фоточка. Что у нас по фото? Что это за фото? Рука. Ага, все ясно. Ясно то, что ничего не ясно.
Ток могу взять, не могу взять. Не, по факту могу, но не в инвентарь. Ага, передвигать коробки. Давайте я, пожалуй, закрою вот эту. Чтобы он отсюда не мог выбраться. Так. Дальше. Идем. Это мне ещё такая прыгло. Зря, наверное, открывают так дверь везде. Так, а, это мы сейчас где были? Так, давайте тогда мы сейчас зальем еще раз бензин. Так, как запустить его? Так, все, найс. Заново все работает, отлично. Так, нет, нам не сюда пока что. Наша цель это... Куда попасть? Не наш командир дрожит от страха рядом со мной, потеряв рассудок. Короче, очень-очень интересно. Отправляйтесь к узлу связи с солдатской казармой. Спрячьтесь там и подожди. Солдатская казарма. Иди нафиг! Вот, солдатская казарма. А подождите, там можно соединить предметы, да? Как соединить? Вот так? Я забыл, как соединять предметы. Как он там сказал? Достать? Достать? Явно не достать. Там водка, две ткани. Чё пугаешь? Пожалуй, включим. Сюда нам надо. Закрыто. Что это? Как взорвалось? Что? Что это было? В смысле? Что это? Что это? В смысле? Просто иду, какой-то крик и бах! Все. Отлично. Вот и поиграли, называется. Тут, мы заново. 3, 1, 2, 4 вроде бы, но не точно. Ё-моё. 10 из 10 игра лучше. Часики, бензин. А дай. Какой? А, 5, 1, 3, 4. Ага, 5, 1, 3, 4. Тут топляк вроде бы еще был, да? Да. Давайте сразу зальем 2 канистры. Угу, вот это баг. Канистра не отображается. Так, еще одна канистра. Достань еще одну. Так, все отлично. Включаем. 5, 1, 3, 4, да? А, это мы здесь запустил таймер. 5, 2, 1, 3, 4, нас. Ай, открывайся. Открывай, включай. А, стой, наоборот, нам это пока что не нужно. А, топливо как-то не особо хочется тратить. У нас записка была. Опа, это что? Это на карте там, кажется. А, давайте-ка
Ну. Карта, так. Нам нужно вот сюда, Soldier Quarter, солдатская казарма. Мы сейчас тут, то есть мы идем. Ага. Я изначально, значит, правильно шел. Или нет, подождите-ка. Сейчас выходим. Как двигать карту? О, найс. То есть мы сейчас отсюда выходим, идем сюда, и все, найс. Так, давайте сохранимся. Открываем. И идем, короче, сюда. Опа. Включаем. И куда? Это можно крутить? Ай! Боже мой! Че пугались? Так, стратегическое хранилище. Нельзя открыть. Че это? Солдатская казарма. Во, нам сюда. Аварийная блокировка. Печально. Можно обойти блокировку. Власть! Иди нафиг! Так, наша цель... Граната? Где ты ходишь? Нельзя. Закрыто. Так, теперь наша цель найти вентиль. А где найти вентиль? Вентиль. Временная блокировка. Граната. Ты на меня не лезь, у меня граната есть. Да вообще не страшно. Давай, иди сюда. Попробуй только до меня добраться. Боись, пока я до тебя не дошел. Граната есть. Ну и... Бракованный фонарик, иди нафиг. Пошутил. А что если эти гранаты туда кину? Рубрика эксперимент. Как ее? Получай. Да! Как тебе такое? Тебе вообще пофигу. Записка. Не, ему, конечно, вообще пофигу. Чё это? Вы подняли предмет, который можно использовать для создания предметов. Что это? Что я поднял? Ткань. А я могу сделать... А, мне места не хватает. Иди нафиг. Да, у меня места не хватает. Окей. Да вообще кот не страшен, он обитает в своем канализационном люке. А, тут нет, тут никак. Просто остерегаться вот этих туннелей, не знаю, что это. Оба. А, так, бутылка. Робки. Опа! Чё ты от меня там хотел спрятать-то? На! О, найс! И на! Бонжур! Краска. Опа, а чё у нас тут есть код? Опа, кодик 5503. Так. Ой, какой-то страшный. А у тебя тут записка, что-то еще можно было подобрать. Опа, что это? А, мясо. Мясо? Вы не можете взять какой-нибудь предмет в инвентаре.
Появилось новое место. Новая локация. Так, записки. Сержант, новый посетитель, это не то. Давайте так же. Ткань не нужна. Что у нас, карандашики? Зажигаем. Вау, ё-моё, я... А, он завален. Не может. Не может. Опа, сумка. Теперь вы можете больше предметов в инвентаре. На один слот, спасибо. Как же много это. Тут есть что у нас? А, вот она, растяжка. А, вот что это было. Ну, а как костяшку? Мам. Понятно. Костяшку никак. Так. Нам нужно теперь найти... Так, где можно код применить? Что это у нас? Травмпункт, администрация, офицерская столовая. Так, не здесь. Генератор пункт у нас. Тут уже нет ничего. А вот будет прикольно, если пока генератор работает, он не может двигаться и только вот из этих туннелей. А когда генератор все отключается, он ходит по этим катакомбам. Надеюсь, что это не так. Записочка. Опа, нужная записочка. Уже несколько часов не видел других людей. Похоже, я остался последним из живых. Но если все-таки есть кто-нибудь еще, я оставлю это послание, чтобы ты не терял время зря. Это единственный выход. Единственный выход. Че? А, из этого рукотворного ада. Его завалило во время взрыва, поэтому нужно снова устроить взрыв, чтобы открыть его. Не тратить время на раскопки. Это невозможно. Взорви звал! Звалы! Завалы! Динамит заперт в арсенале. Рукоятка от детонатора находится где-то в рейминских туннелях. В глубинах за ада. Зада! Я отправляюсь туда, чтобы принести и то, и другое. И хотя я не знаю, существуешь ли ты, я молюсь за тебя. Пожалуйста, окажи и мне такую любезность. Видимо, не помогло ему. А, вот тут там выход. Нет? Там выход? Вот разберись, прокрапкайся и все. Не, нельзя так. А, да, экзит выход. Так, подожди, давайте посмотрим на карту. Че орешь? А, да, я знаю то, что можно вещи хранить. Что положим? Что нам не нужно? Нам нужно. Да нам, по идее, все нужно желательно. Ладно, пока что ничего не будем брать. Сохранением, естественно. Так, теперь нам нужно пройти в арсенал. Солдатская казарма, что туда мы не можем без. Потому что нужен вентиль. Так. Как двигать? А вот. Выход, ну это понятное дело. И стратегическое хранилище. Ага. А мы в него можем попасть? Вроде бы должны, не? Так, стратегическое хранилище и... Закрыта первая дверь, вторая дверь. Тоже закрыто. Закрыто. Вентиль нужен. Подождите, а что тогда делать? Опять 2 часа. Вот что это? Детонатор, колокольчик, взрыв, что, банши?
Он взорвется. Давайте вот так. Мам, после. Поджигает. Вначале мне сказали, не шумите. Не шумите. В то же время я. Да-да. Дай быстрее, догоняй. Да фиг ты там борчишь, я сейчас гранат тебе кину и все. Перестанешь ворчать. Давай. Все. Че ты назад? А, не буду шутить. Ткань. А зачем мне ткань еще одна? Подождите. Выкинуть, как выпустить. Выпуск. Вообще, зачем мы тут? Что у нас тут есть? Серьезно, у нас ничего нету тут. Кроме ткани. Отлично, комната 10 из 10, всем советую. Куда дальше? Опа, у нас тут есть, выпуск. Соединить коктейль Молотова. Ты че там? Чего ты? Где ты орешь? Че включай? Че? А? Давайте-ка активируем дистанционно. Где? Целимся. Па! Ты офигел? Вы что, так не работает? Ё-моё. Тогда... Ба-ба! Фуф. О, канистра. У нас есть код? Опа, код. Что-то я дохожу дофига кодов, но не хожу, но не нахожу, куда их применять. Нам бы желательно... Не знаю, что больше взять. Так, а что у нас в инвентаре? А, подожди, записки. Неважная записка, окей. Что можно выбросить? Что можно выбросить? Бензин, бензин. Нам нужен этот бензин. Так, что у нас? Опа, нужен гаечный ключ. Чё фыркаешь там? Успокойся. Он вообще ходит или он... Вот этот он может мне запать? Не может. Надеюсь, что нет. Так, опа. Просто винишка, ясно. Так, нужно отсюда забрать. Подождите-ка. Чем мы тут можем оставить? Чем мы тут можем оставить? Коктейль Молотов можем оставить. Давай забрать. Там где-то ворчает, фыркает. А, он реагирует на зиму. А-а-а. Бонжур. А ну-ка, сейчас я тебе мясо дам. Может, ты добрым станешь? На. Видимо, поближе надо, но я боюсь тебе подходить. Так. Понять, зачем нам эти двери, открываешь и закрываешь на замке? Пока. Боже мой! А где ты? А. Фух, чё пугаешь? Так, тут мы уже были, и тут наша начальная локация. Давайте зальем бензин. Зальем бензин.
автоматически второй достает. Найс, отлично. Заливаем бензин и теперь так. Давай сначала посмотрим на карту, а потом включим генератор, чтобы зря бензин не тратить. Сохранимся. А что это? Граната. А что это? Сигнальная шашка. А зачем нам сигнальная шашка? Непонятно. Так. Нам нужно попасть либо в арсенал, либо в солдатскую казарму. Что тот выход закрыт, что этот выход закрыт. Нам нужен вентиль. Вентиль, где можно добыть вентиль? В ремонтном цехе. Да? По сути, там же можно быть. Но там опять же закрыто. Вот тут у нас закрыто. Там везде закрыто. Ё-моё. Делили комната отдыха, жубер, кабинет врача, склад медикаментов, центральный бункер, генератор, выход, администрация, стратегическое хранилище, что это, солдатская казарма, офицерская казарма. Давайте еще сюда сходим, посмотрим, точно ли закрыто, потому что я забыл. Так, куда мы сюда? Лево, направо, а не сюда направо, чуть дальше. Ну да, закрыто. Что там пишется? Давай. Идешь? Это Снайнер Energy Locket. Ну да, закрыто. Это что у нас? Это винный пул. Травмпункт. Администрация, офицерская столовая, но там нету. Как и тут. Ты где? Кэсси, ты перебегаешь. Ой, что за крестик? Что это? А, тут были. Чупапи! Давайте включим генератор. Когда не выключается, это ненавидит свет. А вот эта лампочка света, он тоже ненавидит? Вот фонарька нашего. Не до фонарика. Так, еще раз. Ничего нет. Тут так же ничего нет. Отключаем. А я могу гранаты взорвать? Можно гранатой? Тащи пофигу, он не может ходить, он только вот в этих дырках обитает и все. Вообще пофигу на этот шум. Могу хоть заорать тут. Ладно, отлично. А, подождите. Серьезно? То есть можно было взорвать? А можно было бы и сюда, да, прийти? Серьезно. Крыска. А. Гениально. Я считаю, гениально я поступил. Ух, какая лапца. Ладно. Давайте откроем сразу и вот эту. Потроши. Зачем? А, естественно, потроши.
Опа, записочка. Нужная записка. 9 July. I do not know the time, but не знаю, сколько сейчас времени, но сумерки уже опустились. No word. Вести по-прежнему нет. Когда я обратился к сержанту, он лишь пожал плечами, когда я спросил его, как снова, когда снова будет дождь. Все, завались, а? Неинтересно. Эти идиоты вокруг смеются, пьют и спорят друг с другом. Они знают, что я наделал. Подозревают ли меня? Они наверняка все в чем-то виноваты, всем чем-то виноваты. И все же они смеются, пьют и спорят. Бог им не судьба. Интересно, будет ли его суд страшным... страшнее моего? Так. Еще одна записка, которая закрыта. Патроны. Как открыть? Код. Серия. А подождите-ка. Мы знаем коды несколько, да? Записки. Где-где-где? Фотография коды. Во. Делили. Фортен. Делили Фортен. Оклар. Лавал. Что это? А. Опа, она... О, Делили. Так, какой у него там код был? 5503. А, окей, а Фортен, где Фортен? Фортен. Что у него? Опа, топливо. Давайте сначала Фортен откроем. Дальше 74. 5, 6, 7, 4, найс. Опа, топливо, ткань. Теперь его откроем. Делили. 5503. 5, 5, 3. Найс. Отлично. Опа. Ты кто у нас? Бардин. Барден. 5, 6, 0, 8. Барден. Где ты, Барден, у нас обитаешь? Где твой шкафчик? Барден. Роучеры, Ламберет, Фреддин Стаффорд, Барден. Опа, здорово. Чё у него там? Так, как выйти? 5, 6, 0, 8. Ага, так. Теперь нам нужно этот. У нас вентиль появился, да? Да, у нас появился вентиль. Ну-ка, что мне стало интересно, если я ему сброшу мясо. А, хочешь мясо? Пошумлю. Пройди. Видимо, не хочет. Ладно. Вентиль. Опа. Иди, крути давай. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Правильно. Опа. Найс. Что? Поздравляем, вы только что завершили демонстрацию амнезии из-за бункера. Доступен 6 июня. А, это все? Ё-моё, а чё так мало? Ну, понятно, что демо, но я думаю, что-то побольше будет. Капец. Ладно. Не, подождите-ка. Нет, мы не посмотрели скример. Надо посмотреть скример. А то он током нас и не испугал. Так. Сейчас мы посмотрим скример. Не, ну, демо чересчур какое-то маленькое. Хоть и игрушка прикольная. Хоть она и прикольная. Опа, так. Где он? Где он обитает? Надо шуметь как не в себя, да? Инвентарь есть? Естественно, есть. Иди сюда. Давай. Бам! Включаем, работаем. Приходи сюда. Чубакча. Иди сюда. Я тут шумлю. Где?
Ну вот, я тут, давай. И все? И все? Ничего не видно, просто все. Отлично. Отлично то, что нифига не отлично. Ладно. Ну, будем прощаться. Посмотрите мой предыдущий видеоролик по The Wailer. Я снял 3 видеоролика. Получается, основное, первую часть, как проходил, потом вторую часть самой игры. И гайд. Поэтому все. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравился видос. И всем удачи. И в конце мне нужно было посигналить, машина. Спасибо.